Международный театральный форум «Мартконтакт-2016» у Могилеве протягивается. У другий день форума перед глядачами стоял складанный выбор. Одночасово на двух сценах и шли спектакль-концепт по Шукшину и постановка «Варшавская мелодия». История про кохание, якое застается на завсёды. Полторы годины на сцене театра «Лялик» усяго три актеры. Спектакль представляет театральную платформу сучасного мастерства с Чернигова. Любовь всегда актуальна. Всегда и для всех, и для всех поколений. Тем более сегодняшнее поколение, которое будет играть на сцене, оно молодое. Вот, как бы оно, там нет никаких там режиссерских концепций или что-то такое. Все очень просто, легко.